Не допустить возникновения новых долгостроев – одна из задач, которую ставят краевые власти перед муниципалитетами. На этом сегодня заострил внимание первый вице-губернатор Краснодарского края Андрей Алексеенко на региональной межведомственной комиссии. На таких совещаниях, которые проводят ежемесячно, руководители профильных ведомств не только отчитываются о ходе работ на долгостроях, но и объясняют ситуацию на объектах, которые потенциально могут стать таковыми. Ведется методичная работа по завершению строительства проблемных объектов и решению проблемных вопросов обманутых дольщиков. Это ведь не только завершение строительства, но там, где нельзя завершить строительство, это вот в соответствии с решением федерального фонда, это и выплата граждан в том числе. Разработан целый механизм, который позволяет достраивать проблемные дома с помощью средств фонда защиты прав дольщиков, краевого бюджета и инвесторов. На эти цели по инициативе губернатора в течение 3 лет край направит в федеральный фонд 1,7 миллиарда рублей. В этом году в регионе планируют восстановить права более 30 тысяч человек.